Сегодня третий совет, как расположить к себе другого человека. Ну, мы с вами уже знаем, что нужно проявлять к нему искренний интерес, нужно доверять ему, и так, чтобы он понимал, что вы ему доверяете. И третья составляющая – это справиться с собственным эгоизмом. Когда вы взаимодействуете с другим человеком, вы, конечно, преследуете какую-то цель. Иногда осознанную, иногда нет. И человек может чувствовать, что вы его пытаетесь использовать. Да, вы что-то там считаете, что-то про него как-то пытаетесь думать там, и так далее. И если ваше эго, оно избыточно, то расположить себя другого человека будет крайне сложно. Вы сможете расположить его к себе только в том случае, если вы действительно интересуетесь им, а не сами собой.